С вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре автофен автомобильный или тепловентилятор. Тепловентилятор для лобового стекла. Ну, еще говорят, дуйчик в машину. Сегодня это «Элегант» 101-507. Вот так он выглядит. Питание идет от прикуривателя через штекер. Длина шнура 1,8 метра. Ну, теперь попробуем его включить. Работает он на подачу на холод. Ну, то есть обычный вентилятор, как обычный вентилятор, и обогрев. Ну, нас более интересует функция на обогрев. Мы включили сейчас его. Работает, кстати, очень тихо. И вот сейчас уже выдает у нас теплый воздух. Держу ладонь. Уже ладонь начинает у нас припекать. Ну и сейчас проведем небольшой эксперимент. Возьмем лед. Поднесем. Посмотрим, как быстро он будет таять. А, уже начинает капать. И второй эксперимент — это градусник. Сейчас на градуснике у нас 25 стоит. И мы сейчас поднесем его к тепловентилятору. Посмотрим, что он нам выдаст. Ну, воздух очень такой горячий выходит сейчас. И сейчас на градуснике уже идет 35 и поднимается до 40. Гарантия на данный тепловентилятор составляет 12 месяцев. Производство Польша. Ну, сейчас до 50 дошло. Подержим еще немного, посмотрим, сколько же он выдаст в конце. До 60 дойдет. Ну, 60 градусов он выдает и идет дальше. Так вот. И в данной функции еще есть, видите, LED подсветка красного, и включается сверху еще и фонарик. Забор воздуха идет сверху, выдает вот через эту решетку, то есть уже горячий воздух. Вентилятор керамический, как указывает производитель. Включение идет сзади. И также вот переключение, вот холодный воздух вперед. Сейчас вот на холодный переключили. То есть обычный вентилятор. Крепится он. Можете крепить в автомобиле на шурупы или на липучку. Это идет в комплекте у нас. Вот два шурупа или липучка. И также гарантийный талон на 12 месяцев. Также вы можете его снимать. То есть, если закреплен стационарно, его можно снимать. Есть предохранитель. И рукоятка. То есть, если он закреплен у вас на торпеде, допустим, вы его сняли с торпеды и можете вынести, допустим, на улицу с обратной стороны автомобиля, используя для разморозки или, допустим, замков, или лобового стекла. Есть рукоятка. Характеристики вентилятора. Кстати, вот упаковочная коробка. Применяется для легковых автомобилей и для микроавтобусов. На 12 вольт, потому что есть тепловентиляторы на 24 вольта еще. Характеристики у нас: напруга 12 вольт, 13 ампер, мощность 150 ватт. Длина шнура 1,8 метра, гарантия 12 месяцев. Гарантию даже указывает производитель на упаковке. Габариты самого вентилятора. Ширина 18 сантиметров, это вот в широкой части спереди. Длина 14, вес 394 грамма. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Подписывайтесь на канал, получайте скидки в нашем интернет-магазине.
Спасибо. До свидания.